Всем привет, с вами Фандерчик 2K18. И сегодня бы я с вами хотел поговорить насчет того, то что я давно не записывал видеоролики. Банально не хватало времени, потому что я менял операционные системы. У меня слетела Windows, и я решил перейти на Linux. Сначала я перешел на Ubuntu, потому что когда-то я ей пользовался, а потом на Manjaro. А после этого, так как я с ней работал, мне она не особо понравилась, и я решил перейти на Linux OpenSUSE. А KDE оболочка у меня стоит, потому что GNOME мне она лично не нравится, потому что хрень. Ну, потому что из KDE тоже можно сделать GNOME. Вы прямо сейчас это и видите, видите, да? Вот. Так что такие дела, люди. Я хотел записать какой-нибудь видеоролик и по какой-нибудь игре, и там вставить свой голос и разговаривать по разным темам, но знаете, это уже все делали, и, ну, как бы еще я кодеки настраиваю, поэтому в этом дело еще. Но пока что на этом все. Во что я сейчас играю, скорее всего, вы можете спросить. Я играю в Counter-Strike Source, Team Fortress 2 и Garry's Mod. Почему не в Grand, в Theft Auto 5 или Far Cry 5, потому что у меня есть, да, или PUB. Ну, мне вот если насчет PUBG, то мне он лично не нравится. Параша полная, после того, как убрали трейд, эта игра вообще ее закопали полностью. А вот раньше, конечно, хотя ее даже сейчас нормально не назовешь. Блин. Хотелось бы, чтобы ее исправили и доделали все, потому что машины просто неуправляемые и так далее. Но если вы не играли, ну, не поймете. Но если кто-то все-таки играет, вам нравится, извините меня. Но хотя с друзьями в нее играть, это весело. Но все же, качественные игры должны быть. Ну, наверное, на этом я еще заканчивать не буду, почему Far Cry 5 не установила, не играю в нее. Просто неохота, то есть банально неохота. Я как-нибудь, наверное, его скачаю, запишу обзор и закончу. Не знаю, с какого момента там начать. Надо, естественно, сначала, но знаете. Ну, а вот насчет GTA 5, я в нее наигрался довольно много. Раньше играл, машину скачивал раз, знаете, через Open, забыл, как программа называется, где там файлы игры, то есть. Не прям в папку закидываешь, а отдельная программа есть. Вот, в этом дело. Но на этом все. Скорее всего, я закончу данный видеоролик. Что за эти моменты изменилось? У меня поправилась дикция, и наконец-то я нормально говорю. Хотя и тогда, ну знаете, я снимал, наверное, все-таки скажу правду. Снимал херню, да. Ну, это не во всех случаях, ну да ладно. Всем пока, спасибо за просмотр, ставьте лайки, с вами был Фандерчик 2K18. Всем пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами был Фандерчик 2K18. Вот подтверждение. Во, я. Да, всем пока, добавляйте Steam, поиграем в Counter-Strike Global Offensive, да. Steam OSBS, как всегда, мой клан. Хотите вступить, пишите мне в личку в ВК. Ну или в YouTube там в комментариях, или прям в Steam'е. Да, я как раз так и хотел, чтобы вы писали. Можно в клан вступить, но просто нажимаете подать заявку, если у вас неограниченный аккаунт. И все. Всем пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока-пока, удачи.